Польза лимонов бесконечна. С 1970 года более 20 лабораторных исследований подтвердили, что лимон может уничтожать злокачественные раковые клетки, оставляя здоровые клетки неповрежденными. Антимикробные соединения в лимонах чрезвычайно эффективны против бактериальных инфекций и грибов, а также против внутренних паразитов и червей. Лимон очень эффективен при регулировании высокого кровяного давления. Кроме того, это мощный антидепрессант, который борется со стрессом и нервными расстройствами. При местном применении этот плод также может творить чудеса для вашей кожи и волос. Но хотя большинство людей связывают преимущества лимонов с лимонным соком, мало кто знает, что лимонная цедра может быть столь же эффективной. На самом деле лимонная цедра содержит в 5-10 раз больше витаминов и ферментов, чем лимонный сок. Целесообразно выбирать лимоны, у которых нет темных или мягких пятен. Хорошо промойте их водой. Если вы купили неорганические лимоны, удалите пестициды из продукции, вымыв их в смеси воды и уксуса. Поместите лимоны в морозильные мешки, затем удалите воздух и плотно закройте. Когда вам понадобятся лимоны, выньте их из морозильника и поместите их в холодную воду на 10-15 минут. Используя терку, измельчите лимон. Добавьте в продукты, суп, крупы, мороженое, лапшу, рыбу, виски, вино и так далее. На самом деле этот список бесконечен. К вашему удивлению, еда будет неожиданно вкусной. Кроме того, вы будете использовать весь лимон без каких-либо отходов. Поделитесь этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все, ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.